Герой нашего следующего сюжета покоряет своими техническими талантами. Изобретатель из Вурнарского района Владимир Савельев из подручных материалов собирает полезную в хозяйстве технику – мини-тракторы. В гостях у Вурнарского Кулибина побывала наша съемочная группа. Всю свою жизнь Владимир Павлович проработал водителем, поэтому с техникой на «ты». К винтикам и болтикам пристрастился еще в детстве, так и болеет до сих пор. Практически из металлолома он делает полезные в хозяйстве вещи – мини-тракторы. Никаких чертежей и предварительных подсчетов. Образы своих будущих творений инженер-конструктор держит только в голове. Агрегат автомобильный, это двигатель, в общем, китайские, экономичные они, чем наши УД-2 или обычно у нас ставят мотоциклетные двигатели. Они очень неэкономичные. А это китайский двигатель и просто обслуживание. После двигателя установлен вариатор от снегохода «Буран», что заменяет еще одну коробку и автоматическое сцепление. Умелец использует трактор по назначению, пашет землю, окучивает картофель, производит и другие сельхозработы. Труда в эту технику вложено больше, чем средств. Во время работы приходится быть и механиком, и слесарем, и сварщиком, и электриком, и даже дизайнером. Но самое главное – нужно терпение и желание. Это просто как хобби, как удовлетворение. Это все для хозяйства, которое я использую, для души. Вот я делал модель трактора, чтобы это многоколесный. И поворачивает без руля, без рулевого механизма, лишние затраты, все экономно. И любой мощности можно делать. Ну, где-то начиная от 60 лошадиных сил и до 500. Сейчас Владимир Павлович на пенсии, но без дела не сидит. У изобретателя уже есть новые задумки, так что, возможно, это не последняя его работа. Рифат Фаткуллин, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика.